Всем привет, ребята, меня зовут Сподиду, и вы, наверное, подумали, где же это нахожусь, что же это за место такое страшное, почему очень много сиропа малинового? Ну, ребята, я не знаю, вы сейчас сами все увидите. Так, а я могу эту морковку забрать? Ладно, пойдем посмотрим, что же нас тут ожидает. Так, кто это тут у нас бродит, никого нет страшного? Смотрите, это что там за чудище возле дома было? Так, ну-ка расстреляем эти ящики. Вот, ребята, я не хотел вам говорить, но тут очень много зомби. Как от них всех побить-то? Нет, быстрее мочим их. А, это что, какая-то курица? Так, у нас есть какое-то ружье, да? Так, а ну-ка. Эй, почему я не могу его взять? У нас же было ружье, ребята, куда оно? Оно что, пропало? Интересно. Короче, тут очень много зомбарей, вот таких вот страшных. Сейчас мы будем всех расстреливать. Хочу посмотреть, что в этих ящиках. Так, тут будет хоть где-то что-нибудь интересное? Может, одежда какая-то? Так, тихо. Я не хочу дальше идти, ладно. Вау. Отдайте мне этот супер дробовик. Все, пойдемте скорее с этим крутым дробовиком. Так, а ну-ка иди сюда, сейчас тебе покажу, злодей. Батл босс? Что? Ты чё такое? Отстань от меня! Ой, я забыл, что тут перекатываться надо! Почему оно так плохо перекатывается? Что, сейчас обычные зомби пойдут, да? Ой-ой-ой. Я прям слышу, почему... Почему так много каких-то птичек непонятных? Что? Что это за игра такая? Меня прямо съели или заклевали. Ого! Так, у нас есть умение. Посмотрим, что мы можем прокачать на живучесть. Так, у нас 148 всего лишь монет. Так, вот это, конечно, неплохо. Так, ребята, мы, наверное, ничего не будем тут прокачивать. Потому что все это нам ничего особо не даст. Ладно. Что мы можем купить? Майка, зомби, при активации, предотвращая случайные встречи с зомби. Да ну это все мне не подходит, это все мне не надо. Так, ладно. Этот магазин мне не совсем круто нужен, так что поехали дальше. Что, опять мы тут будем? Неужели опять придется зачищать? Ого. Ну и, ребята, тут были, это наша какая-то церквушка, и тут очень полно этих гадов всяких. Так, нужно их всех побить поскорее. Может, мы прокачаемся и станем сильнее, а тут этого босса не так уж и легко пройти. Так, во все стороны их так ба-ба-ба-ба-ба. Почему нету никаких предметов там? Так. Получайте, зомбаки! Вау, вот это мяско. Я теперь вот этих еще побить. Отстаньте от меня. Так, все. Бам-бам, четенько так в голову. Круто. Так, еще один какой-то лысый зомби. Так, почему тут ничего не валяется интересного? Так, что-то же валялось. Бандитский платок. Смотрите, какой прикольный бандитский платок. Может быть, еще что-нибудь такое-то, что можно одеть на себя. Так, ну, бандитский платок мне, скорее всего, понадобится, но вот когда он мне понадобится... Так, а почему тут закрыто? Ладно, пойдемте так в обход. А, нас опять поймали. Так, быстрее монетки. Вау, куча монеток. Хотя, назвать это кучей трудно. Ну да ладно. Хоть сколько, это бы могли вообще нам ничего не дать. Ну, уходи отсюда. Вау. Ребята, на самом деле не так уж и просто с ними сражаться. По-моему, они даже сильнее как-то стали. Ладно, нам срочно нужно что-то поинтереснее тут взять. Я, ребята, я, кстати, понял, почему я так проигрываю. А, потому что мы совсем с вами не прыгаем. Тут же можно прикольно прыгать. Так, сейчас, ребятки, разберемся с этим совсем. Секунду. Отобьем уже этих зомбаков. И потом научимся прыгать. Потому что нам это очень поможет. Получайте, почему вас так много-то? А, придется бить их палкой. Все, дай мне научиться прыгать. Наконец-таки. Прям целые горы этих зомбаков.
Так, не лежит тут никакой-то одежды, может быть, интересной. Бандана, я вижу. Но она мне не надо. Так. Ух ты, сколько монеток. Ну-ну-ну, давайте собирайтесь. Так. Теперь здесь. 245. Может, нам стоит вернуться назад и что-то прикупить или нет? Ну ладно, оставим пока что эти очки и посмотрим, можем ли мы как-то прыгать. Ребятки, у меня есть хорошая новость. Мы научились, смотрите, как прыгать. Вот что нам поможет в каждой битве. Это умение вот так вот прыгать. Так что поехали по-быстренькому сейчас все проходить. Так, ну теперь с боссом я разберусь, Так, подождите, для покупки урон ближнего боя 200 монет, как это много? Это же совсем мало. Мне нужно 300. Так, так что будем копить на ближний бой. Вот как раз сейчас эта битва нам и поможет. Так, пистолетик какой-то. Какой-то не очень крутой пистолетик, на самом деле. Ну ладно, какой есть. Вау! Что? Что это за пулемет? Обалдеть. Так, Чё? Чего? Какая-то курица смогла нас побить? Вы серьезно? А, вот это да. Так, что тебе? Да ничего, иди ты. Не хочу с тобой разговаривать. Долго мы тут будем бродить-то, я не понимаю. Я думал, этого босса смогу победить. А у нас пистолет другой, ребята, кстати. Покруче будет. Так. Готово. Зомби пачечками падают. Ничего тут нет интересного. Да вроде бы нет. Я совсем опять забыла то, что мы можем вот так вот делать. Вот так, смотрите. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. По-быстрому теперь это все вот так. Вау. Тихо. Прыгаем вперед. И с разворотом. Конечно, намного лучше стало, когда... Видите, как мы быстро всех так пиу-пиу-пиу, готово, все зомбаки лежат у нас. Почему? Потому что я забыл то, что мы можем круто прыгать. Эх, ну что ж ты такое? Давайте уже побыстрее сюда. Так. Ящик. Очки какие-то неинтересные. Ты чё, курица, отстань. Так, с курицей нужно быть поаккуратнее как-то. Вау, посмотрите, какое же стадо этих зомбаков. Так, опасаемся курицы. Вот я за что и говорил. Так, тихо, тихо. Бам. Ой, нет, 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 почему мы застряли-то? Расстреливаем этих негодяев. Быстрее. Так, хорошо, что у нас пистолет хотя бы новый. Который явно получше стреляет. Ружье. Бам-бам-бам. Такое, кстати, ружье не крутое. Но зато пистолет есть. Зато есть пистолет. Так, я что, опять совсем забыл, что мы можем вот так вот перекручиваться? Так, ружье, я надеюсь, у меня останется? Я надеюсь, на это то, что ружье все-таки будет у меня. Да, ружье у меня есть. Тихо, 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 отстаньте вы от меня. Непонятные зомбаки. А, тихо. А, отстаньте, твари. Ребята, их очень много, Так, нам нужно это оружие брать срочно. Я чуть не проиграл, потому что хотел этот пулемет или что это взять. Что? Даже мы сгорели? Вот это, конечно, мощная игра, ребята. Вот это, конечно, да. Так, это что у нас тут за склад такой? Мы можем оружие брать? Вау, слушайте, так это же круто. Даже очень. Так, ну-ка зайдем в лавку. Ну, у него ничего нет.
Так, ребятки, мы на этом закончим. Слушайте, очень прикольная игра. Теперь у нас есть оружие в нашем домике, которое мы будем с вами использовать. Так что хорошо вам дня, до встречи и ждем следующих серий. Ну что ж, всем пока.